Очень важное мероприятие, потому что сегодня лучшие ребята, которые стали финалистами Всероссийской Олимпиады, получили призы. Денежные призы, серьезные призы, которые позволят им еще лучше подготовиться к поступлению. И я хочу сказать, что очень важно, что в этом году и педагоги, которые сделали огромную работу, чтобы эти ребята получили такие результаты, тоже удостоены наград. Денежные сертификаты компания Синтек Групп вручила им. Поэтому, мне кажется, сегодня произошло очень-очень важное событие. Отмечены не только дети, но и педагоги, которые сделали все, чтобы они достигли таких высот. Еще раз говорю, огромное спасибо Синтек Групп, потому что социальная ответственность бизнеса, она здесь прям налицо. Поэтому спасибо всем огромное, ну а на следующий год ждем, что будет больше победителей. Стало уже доброй традицией, что группа компаний Синтек совместно с управлением общего образования нашего города вручает премии нашим одаренным детям, талантливым детям, победителям всевозможных олимпиад. Но в этом году мы вручаем премии также еще и нашим талантливым педагогам. А это значит, что сотрудничество группы компаний Синтек с администрацией города Обнинска и с управлением общего образования расширяется и набирает обороты. Сейчас, пользуясь случаем, в конце учебного года я хотел бы сказать слова благодарности нашим педагогам и наставникам. Большое спасибо вам за ваш самоотверженный, очень важный для всех труд. Я сегодня хотел бы поздравить также родителей и победителей Олимпиад. В этом году мне это особенно близко, потому что и моя дочь в этом году призер Всероссийской Олимпиады. Я безумно горд и счастлив. А также хочу поздравить наших детей. А вы большие молодцы, вы огромные таланты и моя большая гордость, потому что на самых высоких площадках побеждая, вы отстаиваете звание своей малой родины, как первого Наукограда, как города первых. Мы всегда будем первыми, в этом я уверен.